Добрый день, дорогие друзья. Ну, я не буду к вам подходить. Да. Леокадия, сегодня день тигра. И этот год тигра. И я знаю, что к этому дню Олег Алексеевич готовился. И хотел записать видео, всех поздравить. Хотел собрать вот этих тигрят, которых нам приходится глаживать. Но, тем не менее, они вон фыркают. Сегодня прекрасный праздник, день тигра. И мы рассчитывали, что в этот день мы снимем, директор снимет с малышами красивый, речь скажет нам красивую. Поздравит, вот. Всех. Поздравит всех с праздником, так как наш зоопарк славится тем, что у нас большая коллекция тигров. Самая большая в России. Самая большая, да, совершенно верно. Но, к сожалению, нашего директора вчера закрыли, арестовали в связи с тем непонятным делом, как по мне, к сожалению, и вины я не вижу его тут вообще никакой, в основном, а полностью вина только мамы, которая не смотрела с несовершеннолетним ребенком своим, и мы остались сейчас в данный момент без нашего директора. И как специально, опять-таки, покусал или не покусал тигра, там неизвестно, опять-таки тигра. Да. Ну вот, Леокадия, смотрите, я, наверное, посмотрю и вставлю, именно как этих тигрят тоже помогала рождаться этим тигрятам. У меня есть видео мамочки, и первый, кто их взял на руки, это был Олег Зубков. Вот, они были совсем крошечными, я не выставляла это видео, но теперь поставлю. И у меня, мы все об этом думаем второй день. Вопрос к вам, как мы будем спасать, если нужна будет помощь тигрят и львят, всех вот этих малышей? Кто войдет в клетку? К сожалению, я в полной растерянности. Усыпить мать будет нельзя, чтобы помочь? Ни в коем случае присыплять нельзя, так как будет потеряно молоко, и это все равно стресс для самой самки. Вот, и потом будет неизвестно, как будет, что будет с малышами. То есть может умереть и мама, потому что рассчитать, друзья, дозировку для беременной или родившей львицы, она сильно поправляется. И очень трудно. Она может просто потерять молоко. А мы потом можем просто не вытянуть. Не вытянуть то количество тигрят, потому что рождается у нас каждый день и тигрята, и львята. И бывают разные сложные роды. Тигриц, убийц. То есть уникальная коллекция, ведь у нас самая большая коллекция в мире, чтобы, друзья, вы понимали, тигров амурских. И, скорее всего, и белых бенгальских тигров, и белых львов, и рыжих львов. Это уникальные коллекции, особенно в то время, когда сейчас привезти никаких животных невозможно. Это раньше можно было делать контракты по миру. То есть все зоопарки России будут обмениваться вот фондом, который есть. И сейчас вот реально без Олега Зубкова мы можем начинать терять эту коллекцию, которая создавалась с любовью на протяжении 25 лет, друзья. Из-за одной, не хочу сказать, но скажу, дуэ, это по-другому не могу сказать. Да. Может быть потеряна уникальная и не одна коллекция. И это страшно. Никто им не заменит Олега Зубкова. Никого. Вот вы, Леокадия, вы с этими кошками 12 лет? Да, 12 лет. И вы знаете, как никто. Вот можно, как, допустим... Сложно, и как очень сложно, повторюсь, все нюансы по воспитанию и выращиванию. И вот как кошки, вот те, кто дома даже держит кошек, они знают, что... Кошки слушаются одного человека, да, остальных, допустим, могут любить. Вот я вижу, как к вам животные, они любят вас. Да, но вот так как они чувствуют, и чувствует он, их директор наш, это дорого стоит.
Это невозможно заменить, друзья, чтобы вы понимали, вы часто мне пишете, может быть, там сыновья как передался, да, или Оксане Олеговне, или еще кто может войти в клетку. Никто. Никто. К сожалению, никто. Понимаете, вот это самое страшное. Вы видите перед собой уникальных животных, которые могут, сейчас идет тоже сезон рождения, рождаются малыши. И на наших с вами глазах эти малыши могут погибать только потому, что никто не сможет войти. И будем выбирать либо маму, и она точно, у нее не будет молока, если нужна будет какая-то помощь. Потому что, ну вот какие осложнения при родах бывают? У нас далеко не все ветеринары. Ребенок может быть, ну я знаю, что крупный, да? Бывает и крупный, бывает и мелкий. Бывает и у нее на третьи-вторые сутки пропадает, стекает молоко. Это все надо учитывать. Бывает поперек ложится. И да, я просто видела эти ситуации, когда вы с Олегом, да, Алексеевичем разворачивали, переворачивали. Чтобы он пошел правильно. Было, в то время, как Леокадия говорит хорошие слова, отвлекает как-то львицу или тигрицу. Алексеевич, вы понимаете, что нормальной, здоровой, да, неусыпленной тигрицы переворачивает, или львицы переворачивает внутри малыша и вынимает его. Точно так же, как вот у нас каждый год проводится в саванне, да, чипирование, простите, львов, господи, прививка. Вакцинация. Да, вакцинация львов, я волнуюсь. Карен Вачаганович Давакян приезжает, и другие ветеринары, да, были. Да. Ведь мы не усыпляем наших львов. Нет, мы не присыпляем, потому что присыпление это сложно. Вакцинирование проходит, опять-таки, при Олеге Алексеевиче, он... Да, он контролирует весь процесс, скажем так. Врач. Кто это сейчас будет? Мы их всех будем усыплять? Я не знаю, мне даже вариантов сейчас нет на данный момент. А ведь придет, через несколько месяцев придет вакцинация опять. По-моему, октябрь или ноябрь, что-то вот, я помню, осенью. Да. Кто? Мы их всех будем всю коллекцию уложить, 50 львов? И 60 тигров при этом. И 60 тигров при этом, и еще куча остальных животных. У меня полная растерянность, потерянность. Друзья, вы должны понимать, почему я так подробно или Акадию вывожу на этот разговор и объясняю, потому что вы видите только картинку, но вы должны понять сложность, насколько это все вот сложно, каждый нюанс. И что кроме Олега Алексеевича этого никто не сделает. Поэтому, друзья, я вас еще раз прошу, мы, конечно, с Леокадией поздравляем вас, да, с праздником, с праздником, но я вас еще раз прошу, помогайте. Буквально сегодня уже начнут выходить видео, где мы будем писать, куда нужно обращаться, что нужно писать, что нужно сделать для того, чтобы победа была за львами и чтобы уникальный человек лев, вернулся, да, к нам. Вернулся к нам и вернулся к этим уникальным кошкам, уникальным животным. Спасибо, друзья, сейчас тысячи идут комментарии. 1000 лайков. Я еще попрошу, как никогда, о репостах, потому что чем больше людей, а уже знает, Китай сегодня созванивались, и они там в полном шоке. Лондон, Сидней, очень-очень многие страны и города, все пишут, все звонят, все предлагают помощь. Я не могу, к сожалению, друзья, ответить каждому из вас в комментариях, поэтому еще прошу о том, что пишите, пожалуйста, спасибо за все слова поддержки, но пишите, пожалуйста, вот конкретно по делу, а все, что нужно будет делать, мы будем вам рассказывать в наших видео, которые будут, конечно, выходить теперь целыми днями. Спасибо, Леокадия, огромное, мы не будем вас больше отвлекать, продолжайте их гладить и заниматься с ними, потому что они должны вырасти добрыми, не как некоторые люди, к сожалению.